Уважаемые жители Камчатки, дорогие земляки, я поздравляю вас с 9 мая, главным праздником, Днем Великой Победы. В этот день наши сердца звучат в унисон и наполняются гордостью и одновременно печалью. Глядя на наших ветеранов, мы как никогда чувствуем единство поколений, чувствуем ту живую нить, которая через десятилетия связывает нас с нашими героическими предками. Не дайте ей прерваться. Достаньте фотографии из старого альбома, покажите их детям, поговорите с родственниками, потому что именно от нас зависит то, какой будет память об этом великом дне в будущем. Будет ли это просто рядовой праздник? Будет ли это страница в учебнике истории, или это будет то событие, которое, как сегодня, наши дети и внуки будут переживать каждое 9 мая. Давайте беречь наших ветеранов. Забота – это самое малое, что мы можем сделать для них. И, конечно, давайте сделаем все, чтобы быть достойными той победы, которую нам дали наши предки, которую они ковали своим трудом. Те, которые повзрослели за одну ночь, кто вступили в неравный бой, не ожидая его. Те, кто ковали победу своим каждодневным трудом в тылу. Наши деды, наши бабушки. Дорогие друзья, сегодня я хочу пожелать мира и тепла, яркого солнца и чистого неба. Пусть на нашей земле всегда звучит детский смех. Давайте верить в себя и верить в страну. С Днем Победы!